В этом году я не могу похвастаться своими арбузами. Вот она у меня маленькая грядка. Вот такая здесь, на этой грядке посажено буквально 8 кустиков арбузов. Вот они цветут. Уже июль месяц, 31 июля. Вот он у меня. Это арбуз называется медовый гигант. Но он не особо такой гигант, как ожидалось. Вот этот арбуз. Там маленьких завязей еще много. Вот я сейчас покажу, какие позавязались арбузики. Вот они. Вот. На пенопласт их мы их положили. Ну, здесь килограмма 2 будут. Ну, вот такие арбузики небольшие. Вот они, как видите, зелененькие. Сейчас покажу полосатенькие. Отойдем дальше. Там еще дальше, но еще завязываются. Но вот они маленькие, эти зелененькие. Там у нас полосатенький лежит, килограмма 3, наверное, уже будет в нем где-то. Вот. Здесь у меня пацаны. Это вот такие вот арбузики. Они где-то будут, наверное, килограмма 1,5-2. Вот так вот мы их, чтобы они от дождей, потому что дожди льют и льют. Поэтому, может, и завязи в этом году хуже. Тут арбузики есть, конечно. Вот. Цветут еще много. Вон, и видите, завязи еще. Вот они, арбузики. Мои арбузики. Ну, внукам хватит покушать. Вот такие вот арбузы у нас в этом году. Маленькая грядочка посадила. Ну, вот насчитали сколько. Насчитали арбузов 10-12. Дыни Хошимина. Вот они еще цветут. И нет, ну вот завязь уже пошла. Вон они начинают завязываться. Есть. Вот они. Есть завязь. Вот она. Значит, будут. Здесь у меня их 3 семечка. Их высылают 3 семечка. Да, есть вот завязь. Значит, будут. Вон они. Малышки. Значит, будут. 3 семечка, и они у меня все 3. Да, да, есть. Зашли, вот они растут. Угу. Так что будем с арбузиками. Попробуем. Пчелочки трудятся. Вот.